На русском мотоцикл столкнулся с машиной такси. Причиной могла стать неисправность двухколесника. Остров Русский. Со стороны моста движется автомобиль Renault Fluence. Водитель седана работает в фирме такси и везет пассажирку к корпусу ДВФУ. В месте для разворота он перестраивается и собирается повернуть налево. Водитель пропускает встречные машины и в этот момент чувствует сильный удар сзади. В такси врезается мотоцикл Honda. Водитель двухколесника падает на асфальт, спасают его от серьезных травм только шлем и защита. После ДТП байкер выносит безжалостный приговор своему мотоциклу. Да нормально. Honda говно. Собственно, все. А почему такое мнение? Ну, вы видите. Куда ехали? Как вот все случилось? Туда ехал. Собственно говоря, вот результат. Мотоциклист уверен, что причина аварии в отказавших тормозах. Увидев остановившийся седан, он попытался остановиться, вот только тормозная система не сработала. Водитель и пассажирка такси отделываются легким испугом. Сразу же после аварии девушка покидает место ДТП, она очень спешит по своим делам. Как выясняется, мотоцикл водитель позаимствовал у друга. Сейчас молодой человек собирается продавать остатки двухколесника и компенсировать ущерб владельцу.